визажа в Санкт-Петербургской школе телевидения состоит из трех ступеней, на каждой из которых вы поэтапно изучаете различные виды макияжа, начиная с основ. Ученики и преподаватели разбирают основные инструменты визажиста, а также подбирают необходимый минимум кистей для работы. Я пришла для того, чтобы научиться преображать себя и по возможности делать девушек и женщин красивыми и привлекательными. Каждый урок был практикой. Мы приводили модели или работали на себе, отрабатывали разные макияжи, такие как макияж дневной, или это был деловой и очень актуальный, так как все работают, и иметь представление о том, как нужно выглядеть на работе. Наши ученики – это в первую очередь молодые девушки, женщины, которые знают, что макияж – это неотъемлемая часть женского образа. Конечно, можно пройти курсы для себя, но будьте готовы к тому, что все ваши подружки наперебой будут просить сделать им макияж какому-то важному событию или празднику. Поэтому чаще всего после прохождения курса девушки начинают заниматься визажем на профессиональном уровне. Ведь так приятно, как художник, создавать неповторимые образы при помощи косметики. Давно хотела стать визажистом, попробовать себя в этом деле. И решила профессионально заняться. Сейчас экзамен проходит на вольную тему. В общем, можно делать все, что хочешь. Я решила пофантазировать немножко с губами, стразы. Дальше буду заниматься с удовольствием. Спасибо большое Кристине, преподавателю. Я очень счастлива, что попала к ней. Доходчиво объясняет. Понятно. Уже с каждым разом было на занятиях все легче и легче делать макияж. Курс «Визажист-стилист» позволяет раскрыться творчески и создавать для себя и своих знакомых неповторимый гармоничный образ. По окончанию обучения вы получаете все необходимые знания, а также первые фотографии в ваше портфолио визажиста.